Конечно, понимаю, это как надо было вчера бухать в гараже, ну, чтобы связи, оказаться, да, в Сочи. Странное дело какое-то. Чё, пацаны, да? Чёрное море. Чё, пойдём, короче, как наш день проходит? Мы посмотрели дрифт, покатались, суету навели. Итак, у нас сегодня на дегустации винишко. Черное с красного, с открывашкой. Красное, если мы выйдем на связь скоро, то на...